Всем привет! Сегодня у меня в гостях Молния Маккуин из мультфильма «Тачки». Сегодня Маккуин будет сражаться за кубок ледовых гонщиков. Машинка «Молния Маккуин» красного цвета с надписями по всей поверхности. Некоторые из надписей на русском языке, что, конечно же, не может не радовать. Наклеечки по бокам машины создают иллюзию летящего, отбивающегося снега и льда от колес машины. У Маккуина, как всегда, добрые глаза и улыбка на лице. По бокам, а также на крыше машинки написан номер Маккуина. Для того, чтобы Маккуин беспрепятственно ехал, нужна плоская ровная поверхность. А теперь немного нажмем на машинку и подкрутим назад. Нравится мультфильм «Тачки»? Тогда «Молния Маккуин» обязательно должен стать частью вашей коллекции. Я прощаюсь с вами, до свидания.